С 1 февраля индексации подлежат все выплаты, касающиеся страховых пенсий. В прошлом году подобную надбавку пенсионеры получали дважды. В этом впервые и добавят 4% от общей суммы. Это обусловлено тем, что в этом году вступил в силу новый федеральный закон, который внес изменения в предыдущие законы. Поправка коснулась только выплат для неработающих пенсионеров. Ожидается, что перерасчет пенсии для граждан, которые работают на пенсии, произойдет 1 августа. Но увеличение не более чем на 3%. Так как организации представляют свою отчетность за третий квартал с указанием именно периода 30 сентября, то пенсионный фонд берет именно эту выписку из индивидуального лицевого счета для определения, работает или не работает пенсионер. И если так случилось, что пенсионер не работает, но уволился после 1 октября, то ему необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением, чтобы надбавку в 4% все же получить.